Эй, привет, друзья! Друзья веселые, привет! Утренняя прогулка. Да, как у вас дела? Как у вас настроение? Я говорю, боевое. Все хорошо, да? Все хорошо, папе рады. Ты смотри, Фима, не сломай вагончик хвостиков. Ты так долбишь вообще, прям. Тебя можно использовать в качестве стучателя в двери. Если к кому-то в гости идти, надо обязательно с собой брать Фиму, чтобы он мог постучаться. Вот, потому что вдруг все руки будут заняты. Вот, а Фима хвостом... Вот хорошо Фиме, да, он в гости придет, если он с подарками, полные руки подарков, он хвостом может постучаться. Да, а ты зевака. Ой, мама Галя там. Пойдем к маме Гале. О, здрасте, друзья. Вы что, приперлись? А мы вас не ждали. Да? Такие вот, ладно, сейчас я разденусь. Приступлю к процедуре обработки.